театре собрались видные деятели братских партий рабочего, демократического и национально-освободительного движения, ученые-марксисты более чем из 70 стран. Здесь открылась международная научная конференция 50-летия октября и международный рабочий класс. Вступительное слово произнес директор Института международного рабочего движения, член-корреспондент Академии наук СССР Тимофеев. В своей речи член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Суслов, сказал, что великие идеи социализма все более и более завоевывают умы и сердца трудящихся всего мира. Товарищ Суслов огласил приветствие ЦК КПСС в адрес участников конференции. С докладом на тему 50-летия Великого Октября и современное рабочее движение выступил секретарь ЦК КПСС Пономарев.